Ну что ж, ребята, всем привет! Мы продолжаем проходить игрушку под названием Shadow of the Tomb Raider. Погнали! Так, остановились что мы на том, это? Что мы хотели якобы залутать еще дикую местность, но потом вспомнил про дополнительное задание, которое мы сейчас и будем проходить. Ты в порядке? Они идут за мной. Да. Все хорошо, меня прислал твой папа. Он ждет тебя у Эбби. Беги к нему, этих я беру на себя. Спасибо, я тебе благодарен. Уходи отсюда. Блин, как это мило было. Ладно, разберитесь с грабителями. Ох ты. Мне не нравится этот звук. Уже вовсю стреляет. Что с ним? Раньше он по 10 человек в неделю приводил. Да, это все из-за твоего брата. Давайте профсоюз, давайте по-честному, то, сё. Много трепался. Чертов неженка. Находки хоть того стоили? Они на черном рынке. Верно. Там за них можно выручить почти вдвое больше. Так. Чёртова тупая машина. Пошел проверять. Чёртова генератор. Почему он вечно ломает? Понял. Надо выяснить, мы что происходит. Мы найдем того, кто это сделал. Блин. Меня спалили почему-то. Не есть круто, потому что, ну... Чел стоит спиной. Здесь сработает, да? По сути. Он по факту вообще не должен слышать, что тут происходит, но каким-то боком он начинает это, не знаю, слышать, понимать. Да что с ним? Раньше он по 10 человек в неделю приводил. Да, это все из-за твоего брата. Давайте профсоюз, давайте пойдем. Много трепался. Чертов не. Я бы его убил бы, в принципе. Если бы мог что-нибудь хотя бы кинуть. Они на черном рынке. Верно. Там за них можно выручить. Но я не могу. Двое больше. Чертова тупая машина. Ленивый мудак. Теперь мне одному всем заниматься. Он идет проверять. Чертов генератор. Почему он вечно ломается? Проклятый ублюдок. Надо выяснить, что происходит. Стреляйте во все. Генератор опять сломался. Почини его. Да пошли вы. Выглядит интересно. Может посмотреть там? А, и кусты начинают лутать. Жестко. Никого. А давай, мы ее найдем. Прикрывайте флаг. Это лишь вопрос времени. Может быть там? Может быть наверху? Прочешите сектор. Смотрите в оба. Ничего. Ей не уйти. Видит? Цель где-то близко. Участок чистый. Какого черта? Сука, пидорас, как ты меня нахуй увидел? Противник. А, не могу выбешивать. Так, ну вроде бы всем. Вроде бы как всем.
но в этом секторе. Думаю, следующий будет чуть-чуть пожестче. Кого? Меня спалили опять? Папа. Не стрелять! Надо узнать, не ушла ли она. Пусть пройдут. Маля, он прям сюда подошел. Я в шоке, блин. А пошли вы. Давай, иди в эти кусты. Зализываешь царапины? Ну давай, надо эти кусты посмотреть, да? Блин, что? Как он узнал? Да так. Ничего, ничего. Жди сколько хочешь. В этом месте никого. Ты прячешься, как только начинается заваруха. Да, угадал. Так, я надеюсь, тут один выйдет. Вижу цель. О, видит цель. Круто. В деревню. Да, вот что такое. Стиль боевки поставлен на максимальную сложность. Ощущаю. Блин, окажется, если не ошибаюсь, перка можно было залезть на ветку, как-то его подцепить, что ли? Это нужен перк для этого какой-то. Особый. Собирайтесь и возвращайтесь в деревню, Томми. Спасибо no тебе escucho, за все. Lo que tenemos. Gracias por todo. Bendiciones. Спасибо тебе. Да, не за что. Так, тут я ведь ничего не пропустил. Интересного, может. Ну, кроме баночек, вроде бы нет. Этот нож – дешевая пластмассовая копия тех, с помощью которых приносили в жертву лам на Интирайме, празднике в честь бога солнца. Кроме того, иногда их применяли для трепанации черепа. Инки верили, что проделав отверстие в черепе, можно уменьшить давление в нем и таким образом вылечить человека от некоторых заболеваний. Крутой нож. Напоминает, конечно, кое-что, но сейчас не будем об этом. Компания завершена. Богатство и слава. Ага, все артефакты есть. Круто. Еще два испытания впереди. Склепы.
сколько тут у нас? Один виден. А, ну и второй тут. Так, окей, допустим. Задание, считаю, выполнено. Гробница будет. Документы тоже. Ой. И остальное тоже найдем. Или можешь с собой взять одну? Стой. А, ну взяла и исчезла просто. Собаки продумали все. Ну, сейчас возьму ее, пойду там, где якобы надо дробовику вынести металлическую преграду. А вдруг бомба сработает. Точнее, не бомба, а шрапнель. Шрапнелечко. Куда тут постоянно дерево? Да и тут тоже. Тип какой-то выходит. Папа рассказал, что ты сделала. Я даже не знаю, как тебя благодарить. Не за что. Знаешь, много лет назад, когда мой дед был еще мальчишкой, сюда приехали люди, чтобы... вырубить лес вокруг деревни. Все испугались. Перечить. 15-летний парень с пистолетом без патронов встал на пути у машины, и мужчина в два раза больше него. Иногда отвага одного человека может перевесить трусость десятков. У меня остался его пистолет. Тот самый. Я хочу, чтобы ты его взяла. Хочешь отдать его Пабло? Мальчик хочет стать врачом, как его мама. А помни, как тебя зовут? Лара. Теперь мне будет что рассказать, Лара. Спасибо тебе. Пистолет. Скопа. Скопа. Так, что у нас по навыкам? Супер, у нас есть 3 очка навыка. Увеличивает шанс нахождения редких животных. Шумное убийство. Не поднимает... Ой, блин, давай вот это вот. Я задолбался, поднимаю тревогу. Ну, хочу вот это, в принципе, изучить, но очков не хватает. Поэтому подождет это. Что по предметам, где там пистолет? Нифига, это диглет вообще, ну-ка. Ну да, дигл. Офигеть, у него урон.
Скорострельность, сколько можно добавить? Одну перезарядку. Еще бы и запас увеличить. Точности в разы можно увеличить. Блин, надо подумать, подожди. У меня сейчас вот этот стоит. А он с глушителем. Вот в чем прикол. Этот пистолик особенный сам по себе. И к тому же фу вкачанная. Точность. Ну прям капец точность. Урон. Сасный. Скорострельность сасная. Перезарядка. Шик. Ну и боезапас нормальный. Самое главное, он с глушаком. Вот что мне нравится. А дигл можно где-то, ну, напоследок что ли попробовать. Что он себя будет представлять. Так. Ну, давай тебя тоже вкачаем. Вот это вот. Кожа. Гаечек не хватает. Кстати, ну-ка. Одежда. С одеждой все нормально. Эту тоже. Ладно. Теперь надо в склепу. Где он? Там он. Халява, берем золотый шкал. Давай подышим. Последний раз нырнем. Да, тут больше ничего нету, в принципе. Что золото? Что-то вот тут даже как-то многовато, на удивление. Кто-то перегородил путь. Не составит труда открыть его. Сказочки. Ух ты, блин. 6 из 18, блин. Давай-ка посчитаем. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Угу. Три где-то еще находятся. Где-то еще три находятся. Пусть Вайта утолит свою жажду власти, когда мы пойдем за ним в загробную жизнь.
Похоже, мост развалился. Сука, я не успел среагировать. Я не успел. Я понял. Нет! А! Тихо. Боже мой, нет! Тихо. Зачем так рыска? А это что такое? Зацепиться там можно, зачем? А, типа, если это случайно. Типа тык-тык-тык-тык-тык и сюда. Ладно. Эта комната пострадала меньше, чем остальные. Карта, блин, обновлена. Особое место и артефакт. Ну, не артефакт, точнее, а редкая одежка. Но предстоит еще шить сапоги 9 шагов. Достижение получено. 100 покоения. А, ну я понял, как мы сейчас возвращаться будем. Ну, я надеюсь, конечно, что я понял. Оба. Цепляемся. Нет. Надо как-то туда, что ли? Иди. Лара! Почему ты не цепляешься при прыжках? Ладно, дойдем так. А, наверх. Черт. А я думал, это конец. А тут что-то еще есть. Например, золото. Опа. Плыви, плыви, плыви. Отлично. Следующий. Склеп. Thank you.
А, подожди, там же... Мы туда, походу, даже не попадем. Нам нужен дробовик. Или, не знаю, та же самая шрапнель. Ну да. А туда путь закрыт. Обидно. Ладно, давай тогда сюда. Что ли? Пошли смотреть дикую местность. Смотреть, изучать, лутаться. Ну-ка. Нет, это просто. Просто птичка. Нам Deus. Спасите, кролики. Я не специально. Нужна кожа. Нет ресурсов. Дробовик. Блин. Блин, везде что-то новое. То с ножом была проблема, то с ледорубом была проблема. Сейчас теперь дробовик. А что дальше? Гранатомет нужен будет? Ну да, не двоих. Это такое тут? Зачем? Непонятно пока что. Я не понимаю. Много общего с креольским. Да ладно. Погоди, ну-ка. Кого она? Минус 3. Не птичка, я яйца не трогаю, только перышко.
Дракон. Наверное, здесь изображена Пачамама, богиня материнства Земли и времени у инков. Она богиня плодородия и урожая. Ее тело — это горы, и она же вызывала землетрясения. Люди создавали миниатюрные предметы одежды, очень искусно сделанные, исключительно для того, чтобы сжечь их, тем самым принося их ей в жертву. Этим можно объяснить подпалины на полу. А коричневые пятна, наверное, кровь лам. Их тоже часто приносили в жертву. Только не ламы, за что? Что в инке сделали ламы там? Ламы классные. Лагерь. Круто, конечно. Иона, я нашла руины инков, но основание храма кажется древнее. Да, Эбби вспомнила, где она видела этот символ. Он где-то внутри храма. Супер. Передай ей спасибо. Я и так слышу. Ты, главное, не сломай там ничего. Жду тебя здесь, Лара. Так, ладно, давай-ка продадим, что ли? Как жизнь? Mire lo que tengo. Ну, чисто еще питон остался купить. Es un buen trato para ambos. Уже дерево по максимуму. Excelente lección. Ну, вот перышки. Es un buen trato para ambos. Ёлочки. Excelente lección. Disfrútelo. Es un buen trato para ambos. Excelente lección. Es un buen trato para ambos. Excelente lección. Es un buen trato para ambos. И давай сюда мне этот питончик. Ну и по факту все. Все, что мы могли, у него купили. Самое интересное. Так, ладно, этот храм пока подождет. Нет. Надо еще заодно испытание выполнить. Ну вот. Нам Дейлс. Еще два надо найти. Two more to go. Так, Коля, мы здесь. Так, и тайник тоже заберем. Так, отлично. Зачем тут бочки понаставляли? Для чего? То есть чистое озеро с травами? Угу. Или тут и что-то еще есть? Да, вроде бы не вижу. Хотя, может быть, как-то сюда можно попасть. Оно залезет? Не. Не сможет.
Ты куда? Не-не, залезьте наверх. Ты же можешь? Да. И где-то еще один есть. Где-то есть еще один. Нашел. Пройдено. Нам Deus. Капец, мне даже в голову не надо стрелять, чтобы убить. Моментально. Ну, по крайней мере, кабанчика. Да, это ж кабанчик. Да, кабанчик. Бегает по полю весело кабанчику. Рядом гробница испытания, которую я и собираюсь. Стоп. Что, еще одна? Лол. Ну, погнали. Проходить испытание. Гробницы. Требуется новое снаряжение? Слышь. Блин. Там дробовик, тут снаряжение. Так, еще пасхалочки. Вау, как много мне открыли. Почти целое ничего. О, да. Ну, типа наряд, да? Ну, погнали.
Золотишко. Понял? Нам не туда. Какой ветряга. А пахнет я как карачок. Тихо. Вот он. А, это волк, походу. Блин. Это волки, блин. Да-да-да, вижу по сердечку. Вот походу сейчас будет замес, поэтому надо сделать стрел. Или не надо. Что-то... Блин, мне точно надо вниз? Уже не знаю. Что-то я уже не очень уверен. Но там есть луз, значит, наверное, надо. У нас птица как-то... Но, блин, разве так надо? Я не могу нигде-нибудь цепануть там. Блин. Не хочется как-то умирать сразу сейчас. Может, сюда надо? О, да, цепляется. Так. Опа. Вот так вот. Пустились без последствий. Стены пористые. Через них сочится нефть. Вау. А это волк? Какая-то дикая лиса, что ли? По цвету. И по форме. Одичавшая лиса. Вот, смотрите, я ее даже вижу. Ну-ка. Блин. Вау. Вау. Так, ну чё? Это, понимаю, это так задумано, ещё будет PvP. Да. Да. Ну давайте, у меня лук, ну, зашибись прокачан. Special for you. Ну. Всё. Всего-то-то 4. А, жирика не даете, да? Маслица. Только кожу.
Хорошо. Он даже стрел не надо крафтить. Он их так тут дают. Когда раздастся вой пещер, воин должен спуститься вниз и облегчить их страдания. Если один не пожертвует собой, погибнут все. Я воин, я жертвую всеми. Так. Хочу убедиться, что мы не пропустили ничего. Ага. Все правильно. Жарковато здесь. Так, отлично, документ. Старейшины деревни нас обманули. Под землей нет никакого зверя. Вой, который мы слышали, оказался всего лишь шумом ветра в небольшой пещере, выходящей на поверхность. Как же долго они пользовались нашим страхом. Как только я выберусь из этой инфернальной патагонки, клянусь, они у меня подавятся своей ложью. Интересно, подавились? А, сюда. Паучка-то хлопни. Ладно. Не хочет. А вот теперь хочет. Вот он, древний бог войны и смерти Майя. Он такой древний, что, по слухам, существовал еще до начала времен. Обычно его изображают абсолютно черным и беззубым. О нем мало что известно. Только то, что он любит курить вонючие сигары. Интересно, что он также изобрел барабаны. Сигары вонючие. Ненавижу сигареты. Прям капец, как негативно отношусь к этому. Думаю, это выход из гробницы. Понял. Ох, как дует. А, я так и знал. Мы не пройдем просто так здесь. Сдует к чему. Бог смерти. Мне нужно попасть туда. О, чёрт. Нужно потушить огонь. Ну и челлендж тут. Кроссекс. Ладно, гайз, думаю, пройдем это испытание следующей уже следующей серии. А пока на этом все.